Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Александр. И сегодня я хочу поговорить с вами о премиум-сегменте в категории 01. И непосредственно поговорить с вами о бренде Swandoo. Модельку мы сегодня с вами рассмотрим. Maria Eyesize. Это компания, которая действительно впечатляет, потому что я раньше о ней даже не слышал. Но вот как мы добавили в ассортимент магазина «Мир автокресел», изучив его, становится ясно, что это крайне такой недооцененный бренд, который абсолютно ничем не уступает самым известным немецким компаниям, наверняка о которых вы все слышали. И стоит оно немножечко дешевле, причем дает в некоторых моментах даже ощутимо больше, чем другие компании. Поэтому очень интересный вариант. Давайте на него посмотрим, изучим, что это за зверечек такой. Что касается, кстати, безопасности, это кресло со стандартом Eyesize. Прошло все проверочки, поэтому ему доверять ребенка можно 100%. За это не беспокойтесь. Здесь использованы самые современные технологии. Здесь очень круто выполнен каркас, который очень гасит энергию удара. Чтобы сбоку защитить ребенка, погасить энергию бокового удара, устанавливается вот такая вот дополнительная система Side Impact Body называется. Она устанавливается вот в эти отверстия непосредственно там, где дверь. С салона этого делать не нужно. Она первая рушится, тем самым погасив энергию удара частично, потом на каркас, который так с этим хорошо справляется. Вот, в общем, с безопасностью все хорошо. Это все нормально с этим. Вот. Что касается категории 0.1, с рождения от 40 сантиметров до 105 сантиметров можно использовать это кресло. Давайте я его сейчас разверну. Здесь есть возможность разворота на 360 градусов. И сразу обратите внимание, в комплект, естественно, в категории 0 всегда идут в комплекте вкладыши. Вот вкладыш, который используется от 40 до 60 сантиметров. И когда ребенок уже достигает этого роста, ему действительно станет там тесно. Этот вкладыш убирается и уже используется непосредственно само кресло. Но этот вкладыш нужен, пока ребенок новорожденный и едем против хода движения. Давайте сразу быстренько мы это и посмотрим. Вот, соответственно, вкладыш, будем считать, что там. Можно чуть-чуть посадить, но это если ребенок, если подрастет, и вы хотите как можно дольше ехать против хода движения. Вообще, Eyesize стандарт, он рекомендует возить до 15 месяцев ребенка против хода. Но то, что они рекомендуют и реальной жизни, немножко в разные стороны расходится. Поэтому, как закон, до 9 месяцев, может быть, чуточку больше, кто-то отъезжает, потом разворачивается, потому что сам ребенок уже не хочет. В общем, вот так мы едем против хода движения до 9 месяцев минимум, а там уже по желанию смотрите, как ребенок. И после чего мы разворачиваем кресло. Чтобы его развернуть, здесь у нас вот такие вот, с двух сторон они есть, эти кнопочки. Нажимаем, и у нас появляется возможность разворачивать. Все. Вот так мы разворачиваем, когда ребенок уже откатается минимум до 9 месяцев. Только потом можно развернуть вперед, не раньше, сразу вот, имейте в виду. Что касается наклона, здесь можно сесть почти под 90 градусов и, в принципе, реализовать хороший наклон. Вот смотрите, это очень приличный наклон. Этого наклона более чем достаточно в дальней поездке, чтобы ребенок, когда спит, у него голова не висела вперед и как бы посадка была правильный. Здесь даже есть на подголовнике, вот с этой стороны, это такая индикация, уровень, где нарисован глазик маленький, и это говорит о том, что когда вы регулируете по высоте подголовника, он регулируется, естественно, нам нужно, чтобы вот эта рисочка была ровно где глаза. Таким образом мы понимаем, что подголовник в правильном месте сейчас находится. Это такая индикация, как нам регулировать правильно подголовник. Естественно, пятиточные ремни, ну куда без этого. На обратной стороне ремней используется такая резина, лента такая, она как будто бы липкая, но на самом деле нет. Она создает такой эффект, если я начинаю чуть-чуть пытаться скользить, она мне этого сделать не дает. Это система, которая
не дает ребенку проскользнуть и лучше фиксирует ребенка, снижая нагрузку от самого ремня. У Рикара тоже Hero, точно же такая же система называется. В общем, много брендов это используют, потому что это очень эффективная система, и, естественно, в топовых решениях она всегда есть. Здесь даже корпус полностью вентилируемый для летнего времени года, он весь дышит, ткань реально трогать очень приятно. Кстати, что касается ухода за тканью, до 30 градусов стираем, и тогда она не сядет, и потом вы сможете ее обратно одеть. Вот, что касается кресла, посмотрели, подголовник у нас тут, вот вы видите, тоже, естественно, есть, он такой мощный, вот регулировка его реализована с помощью вот этого ремешочка, с этим все понятно. Смотрите, что касается крепления, здесь в комплекте идет база, но это даже не комплект, это неотъемлемая часть, ее с базы не отстегнуть, это все один цельный механизм с вращением на 360 градусов. Мы когда пристегиваем ребеночка, сейчас, секундочку, защелкнули, как когда фиксируем изофикс, всегда появляется зеленая индикация, говорящая о том, что мы все правильно сделали. Зеленая индикация появилась, все нормально. После чего нам нужно опустить упор в пол. Там тоже снизу есть индикация о том, что кресло установлено до конца и правильно. Как только три индикатора зеленые, можно ехать. Собственно, и по креплению понятно, есть еще индикация на самой базе. В кресле нельзя ехать, если оно не дощелкнуто. Вот так ехать нельзя, вот так ехать нельзя. Можно ехать только, когда индикация загорится зеленым. То бишь, или против хода, или по ходу. В общем, с этим разобрались. Что касается моего мнения. По большому счету, все, что хотел вам рассказать, рассказал. Мне Swandu бренд очень понравился. Я вначале это сказал. Я даже не думал, что на рынке есть очень достойные конкуренты самым именитым немецким брендом. И я в большей степени предпочел бы, наверное, Swandu тем, что я получаю очень много всего за меньшие, главное, деньги. На вторичке, конечно, мне пока еще тяжелее будет его продать, потому что бренд еще не раскрутился настолько в России, по крайней мере. Но вы знаете, это вопрос времени, там полгода, год обычно после появления на рынке, если бренд действительно достойный, о нем все узнают и он раскачается быстро. Но это очень годное кресло, я смело премиум сегмент его отнесу, вообще без вопросов. Вот, естественно, выбирать, как всегда, вам. Напомню, ссылка на это кресло внизу в описании есть. Можете пройти, посмотреть. В мире автокресел вы можете заказать два кресла на выбор. Вам домой курьер привезет два. Вы посмотрите одно, другое, посадите ребеночка и какое-то одно купите. Мне кажется, очень прикольная опция, которую нужно использовать. Почему нет? Вот. Ну, я, в принципе, закончил. Всю информацию донес. Вот, и хочу лишь попросить, если обзор вам был интересен, ставьте свой царский лайк, напишите что-нибудь в комментарии, это помогает развивать, продвигать видео в YouTube. И выбор, естественно, как всегда, за вами, а я хочу пожелать вам сделать правильный, хороший выбор детского кресла. И всего доброго, удачи на дорогах!